В Национальном архиве Хакасии пополняют фонды электронного читального зала. В последние годы в Хакасии отмечается небывалый всплеск интереса к документальному наследию. Исследователи обращаются к архивным документам, историческим фактам, событиям, которые раскрывают историю становления и развития республики. Пользователи электронного читального зала имеют возможность в удаленном доступе просматривать описи дела и осуществлять заказ документов заранее, что позволяет оптимизировать работу архивариусов.